Чувашии 254 участника Великой Отечественной войны получат единовременную выплату, которая приурочена ко Дню Победы. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. Эти деньги участники войны получают с 2019 года по указу президента страны Владимира Путина. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения ежегодной выплаты не надо. Ее ветеран получит вместе с пенсией. В прошлом году деньги ко Дню Победы получили 404 ветерана.